Многие посещают людской сад Казани для того, чтобы не спеша прогуляться по живописным аллеям и просто расслабиться. Но от всеми привычной тишины парка не осталось и следа, как только туда явились неусидчивые активисты университета управления ТСБ. Они приготовили и провели социальную акцию под названием «Студенческая весна» в любое время и в любом месте, которая призвана придать новое дыхание развитию главного студенческого фестиваля. Акция рассчитана на то, чтобы каждый житель города знал, что в нашем родном городе пройдет такой всероссийский крутой творческий фестиваль, и чтобы каждый принимал в нем участие, как зритель, как участник или как гость события. ТСБ очень готов к студенческой весне и желает, чтобы она началась скорее. Как только студенты появились на территории парка, они моментально привлекли на себя внимание всех посетителей. К участию в творческой акции присоединялось все больше и больше молодых людей. В восторге были даже дети. Нам удалось пообщаться со студентами и узнать, как ТСБ готовится к студенческой весне и как победить. Нужно отдавать всего себя полностью. Во имя весны и во имя студенческой весны. Нужно, чтобы творчество выходило из себя. Не нужно его держать, нужно его показывать и делиться со всем миром. Проходят репетиции, хоть у нас нет вообще просто программы общей целой от университета, но у нас есть отдельные номера, которые мы также репетируем, готовимся. Как правило, это событие несет за собой новые знакомства, новые друзья, новые эмоции, таланты, открытия всего самого нового, самого интересного. Всех участников акции ожидали игры, танцы, веселые интерактивы и еще многое другое. Активисты отметили, что данная акция – это еще один большой шаг к тому, чтобы превратить Казань в главный эпицентр студенческой жизни России. Аделя Мухаметшина, Роман Самарин, Универньюз.